Следующий наш сюжет непременно будет интересен женской половине зрителей «Модного утра». Мы собираемся поговорить об украшениях. Украшений много не бывает. Для нас, девочек, они как вкусные конфетки, которые скушать нельзя, зато можно подсластить нашу жизнь. Сегодня мы приехали в шоу-рум магазина Fabulous. В первую очередь хочется сказать, что это интернет-магазин, в котором представлено множество красивых украшений от самых разнообразных брендов. В этом интернет-магазине представлено творчество эстонских дизайнеров и также известные европейские бренды. Такие, например, как Kudo. Также можно отметить бренд, который носит название Durberg Kern, но и эстонские производители – это Dandelle и Sisselle. Немецкий бренд бижутерии Kudo. Можно сказать, что это совершенно молодой бренд, ему нет и 10 лет, но зато он завоевал сердца тысяч и тысяч поклонниц по всему миру. Я в руках держу украшения из новой коллекции. Это браслеты. Здесь, безусловно, несъемная система, потому что это коллекционная вещь. Браслеты сделаны из ювелирной стали. И также мне очень приглянулись браслеты из плетеной кожи очень высокого качества. Качество, как вы знаете, немецкое, оно вечное. Эти браслеты вас будут радовать не месяц, не год, а много-много лет. Они очень универсальны в носке. Большое преимущество этих браслетов в том, что ими можно разнообразить любой свой образ. Можно их примерить к коктейльному платью, можно эти украшения носить с джинсами и даже поиграть с офисным стилем. Но если говорить о съемных камнях, то, безусловно, это кристаллы Сваровски, это искусственно выращенный жемчуг. Даже фианиты здесь можно найти, поэтому, дорогие девушки, заходите в интернет-магазин и выбирайте. Следующий бренд, о котором хочется немножко поговорить, это датский бренд Durberg Kern. Большое внимание в этом бренде уделяется деталям. Можно найти самые разнообразные вещи. Девушкам полюбились браслеты, покрытые эмалью. Мне же приглянулась очень вот такая вот коллекция украшений. Безусловно, украшения не на каждый день, а на выход. И эти украшения мне напомнили какое-то растение. Потом оказалось, что действительно дизайнер придумал эту коллекцию, глядя на природу, а точнее его вдохновило дерево гинго белого. Поэтому вот такие интересные серьги, колье и кольца можно найти у этого датского бренда. Также используются полудрагоценные камни, такие как тигровый глаз, лазурит, розовый кварц. И, безусловно, база для этих украшений сделана из ювелирной стали, из гипоаллергенного материала. Что касается эстонских производителей, то здесь представлен бренд Dandelle. В чем его особенность? В том, что они производят украшения из керамики. Близится лето, и думаю, пальчики наших дам будут красиво украшены белыми керамическими кольцами. А бренд Sisselle делает браслеты из полудрагоценных камней.